Маленькие Варвара и Серафима были приятно удивлены, когда в своей комнате увидели главного детского сказочника – Деда Мороза. Еще бы, такого подарка они точно не ожидали. Хотя к встрече девочки готовились основательно, разучивали стихотворения и песенки. И вот он, долгожданный литературный дебют. Пахнет свежей смолкой, мы у елки собрались. Оделась наша елка, а коньки на не зажглись. Авторами новогодних сюрпризов для двух малышек и еще 9 ребят в этот день стали сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Московского района города над Бугом, а также представители районного комитета БРСМ. Акция только стартовала. Впереди у дружного коллектива еще большое количество предпраздничных визитов. Ведь Новый год – это торжество любви и тепла, в котором такие дети нуждаются, как никто другой. И сегодня мы проводим ежегодную акцию, предновогоднюю акцию «Подарить чудеса детям», которая предназначена для того, чтобы подарить именно чудеса детям в предновогодние дни, поздравить их с этим праздником. Наше государство, оно социально ориентировано. И если не мы, то кто тогда будет заниматься оказанием помощи ребятам, которые находятся в таком социальном положении? Естественно, Белорусский республиканский союз молодежи не может находиться в стороне от такого рода мероприятий и постоянно участвует в оказании помощи таким видам граждан. Новый год – это еще один повод прийти в семьи к особенным детям, чтобы не только вручить подарки, но и просто поговорить о жизни, поинтересоваться самочувствием, рассказать о новостях и узнать, что изменилось за это время. Важно понимать, что ни эти мальчики и девочки, ни их родители не ждут сочувствия. Они стремятся быть полноценными членами общества и чувствовать, что кому-то все-таки нужны. Конечно, это все радует, всех радует, и детей, и родителей. Это праздник, это сказка, Новый год, Рождество. Всегда хочется праздника, веселья. И когда приходят совершенно чужие люди, это приятно, что в нашем мире есть добро. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.